Я буду ходить на каток, играть с друзьями, может, когда-то мы устроим и матч маленький. Пойдем куда-нибудь на развлечение, скажем, на Диснейворлд, куда-нибудь. Или в кинотеатр, фильм какой-нибудь посмотрим. Я буду проводить время с семьей. То есть, иногда буду гулять с друзьями. Мне главное, чтобы семья была счастлива, поэтому... Я поеду на море, будем там с семьей купаться. У меня есть старшая сестра. Это Даша, ей 5 лет, скоро 6 исполнится. Бабушкой, мамой, со всеми родными. Вот, бабушки дома. Я буду проводить дни с друзьями. Бабушка с мамой, папой, братом, собакой. Полетим с собакой, будем там отмечать. Даже не знаю, наверное, с друзьями или с родными. Мы будем как бы гулять и развлекаться, взрывать петарды. И смотреть FIFA 2020 футбол. Наверное, я поеду к своим родным. Потом поеду к сестре, потому что я у нее давно не была. Потом приеду сюда обратно, пойду на елку и буду проводить тут дни. Я хотела провести Новый год с родителями, а на выходных после Нового года хотела с друзьями на улице погулять. Гулять, снежки играть, на льду кататься, снеговика лепить. С братом и сестрой буду играть и гулять по дням часто. Может, возле фонтана или, не знаю, там, где ангел. Мы с мамой уедем в Смоленск. Будем кататься с горок. Бабушку с собой возьмем. Будем ходить по магазинам, потом поедем обратно. Я буду проводить их со своими родителями, развлекаться. У нас дома будем играть. С родителями буду, с друзьями. Наверное, на елку пойду. Будем погуляем немного. Я пока еще не знаю, с кем и как. Но я буду их проводить как-то. В деревне, наверное, побуду. Помогать буду в хозяйстве. Мое желание — это поехать на фабрику игрушек. Я немного посмотрел, что там будет. Там будут показывать, как изготавливают игрушки, новогодние шарики. Здесь сами звезды, которые на верхушке елки стоят. Я хочу получить красный диплом и пойти на хорошую работу. Я хочу стать полицейским, потому что ловить плохих людей. Я хочу, чтобы моя семья была просто счастлива, что, то есть, мой брат наконец научился разговаривать, чтобы все были здоровы, потому что, наверное, здоровье семьи — это самое главное. Я бы хотела каждый день 5 зарабатывать по каждому предмету, чтобы получить грамоту и радовать родителей. Я хочу, чтобы мой папа приехал, я по нему скучаю, потому что он далеко. Я хочу, чтобы он приехал. Я пока сейчас учусь не так уж хорошо, а вот на следующий год хочу лучше, чтобы радовать маму с папой оценками. Я бы хотела поехать в Санкт-Петербург, потому что я на летних каникулах съездила туда, мне очень понравилось. Чтобы все мои родные и близкие были здоровы. Потому что как бы хочется, чтобы все пожили подольше. Чтобы мои родители были счастливы. Я желаю это потому, что я люблю очень свою маму и папу. Научиться плавать. Мне сложно плавать. Я могу делать все, даже поплавок. Любую вещь, чтобы научиться плавать. Я желаю всем людям по этому каналу, который смотрит сейчас, чтобы все были здоровыми, счастливыми, и у вас была хорошая семья.
поступить в институт на строителя. Я хочу быть строителем, чтобы я строил любые дома. Неважно, какие, главное, чтобы строил.